Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Палача Брюса. Почему он? Потому что сегодня будем качать его на 16 уровень, ага, неожиданно. Будем делать его еще более мощным, ну и бустить, наверное, рейтинг, насколько получится. Такие вот дела. Ну и что, погнали? Вот он, мания улучшения, такие все дела. Где же ты, Брюсик, 16 уровень, вот он. Вот эта заветная полосочка на 16 уровень за 200 тысяч. Давайте ее пройдем. 45 плюс 45, 90. Модные 90 тысяч. Еще 67,5. Это, конечно, 157 дает. И 45 как бы плюс-минус уравниваю, там лишние 2000 будут всего лишь. Ну и вот он, 16 уровень. 2 кхп накидывается. Вы смотрите, 2... Офигеть. 16 350 кхпшечки. Ну сейчас, кстати, глянем полную кхпшечку. Не, реально, ладно, неважно. Итак, смотрим. Смотрим. Доступно очков 1. Это у нас атрибутик. Давайте на бомбу, да. Радиус. Радиус 10%, дальность. Дальность 3%. Перезарядку сделаем. Неожиданно, да? Почему перезарядку? Ну, дальности хватает, радиуса вроде тоже хватает, а вот почаще кидать, это значит почаще кидать. Такие дела. Хотя, в реальности, наверное, было бы лучше качнуть дальность. Ладно, пусть будет перезарядка. Дробовик. Получил у нас целых 2 атрибута. Скорость мне не очень интересна, а вот дальность и перезарядочку мы забустим. Ну и, конечно же, пойдем, я хотел сказать, выбирать 4-й слот, но нет. Тут нету 4-го слота, нечего выбирать. Пойдем сразу в бой. 200, кстати, ботинков нужно на 12 уровень ботинков. Кайф. 200 ботинков. Ладно, погнали качать, а то я немножко... А, хпшку посмотреть, точно, вот что я хотел. 16 274. А почему не показывают максимум, если только 16 уровень, а не 18? Там что, больше процента хп не дают или что? Как-то странно, не? Вроде как должны давать. Ну, это, видимо, разрабам виднее, что они там делают себе. Ну а мы берем Брюстика, отправляемся в командные бои, все крушить на своем пути. За такую гориллу как бы не закрушить противников, это будет, конечно, эпично. О, а очередной Никс. Как же я по ним скучаю. Иногда, в скобочках, нет, никогда не скучал по этим Никсам и никогда не буду скучать. Ой, да, ребят, именно так. Смотрите, Блин, гранатка, промахнулся. До свидания, акул. Надо тут этим тоже помочь. Потому что помирают же. Так, ладно, нормально, нормально. Так, там бобер еще бегает, надо бы с ним тоже разобраться. Чтобы он не мешал. Еще и Лизи, ё-моё, да что ж вас так много. Ладно, давайте вернемся, надо аптечку залутать. Аптечку залутали. Как бы тоже аптечка есть, но она, наверное, не пригодится. Хотя нет, пригодится. Мы сейчас здесь залутаем, и я еще залутаю здесь одну. Погнали, погнали. Хилься. Хорош. Так, ну сейчас залутаю еще капканчик и погнали. Все. Накул, молодец, поддерживает меня. По крайней мере, мне так кажется. Ну и нам нужно куда-то двигаться. Вот куда, непонятно. Ну, ребятки хотят на воду, ну давайте сюда. Правда, на воде я не очень буду эффективен. Бобер здесь уворачивается какой-то. С трубкой играть, ничего себе. Трубка-люб. Блин, тут копье хорошее. А, давайте сначала бобра убьем. Кстати, бобер тоже с ботинком идет. Но он не убежит, скорее всего. Поставим капканчик, похилимся. Ага, тут наши ребята, понял, принял. Опа, даблкил, сюда. Завезли. Бахаем. Похилимся, потому что я уже не вывожу. Добьем Равика. Да как они уворачиваются? Ну вообще бесит. Так, ну вроде неплохо отжал. Так, Никса добиваем. Ну больно все равно, очень больно. Хоть вроде бы 16 тысяч кп, они так, знаете, жух и нету. Джейд, конечно, убегает. Но мне главное сейчас аптечки золотать, да хилиться. Так, я на дробовике, кстати, попасть не могу все никак.
Что такое бриджи? Ну вот, я вроде дома... А, ну да, тут же подкрутки, да. Очередные подкрутки. Как они меня бесят, вы не представляете. Вот ты 16 уровень против 8, а урон у вас одинаковый. КП у вас одинаковое. Знаете, тут как на... Знаете, насколько это обидно, когда ты просто какой-то там нубаска, нубасит на 6, на 8 уровне, дамажит столько же, сколько ты ему. Один Никс у нас умер. Как говорится, и фиг с ним. Конечно, она... Было бы обидно, если бы это был тот Никс, который с нами бегал. И было бы не обидно, если бы это был тот Никс, который снизу бегал. Я вот точно сказать не могу. Надеюсь, вы там, ребятки, посмотрите видео и оцените, какой из Никсов был. Я как бы резнуть не мог. У меня там драка была, нужно было лутаться. Все дела. Потому что остался еще один противник, который где-то сидит. Которого мы будем 10 минут искать. Ну, кстати, дальность небольшая у гранаты. Я вот не знаю, зачем я вообще ей бустил. А вот и Лиззи. Спалилась. Спалилась. Лизька. Иди ко мне. Иди ко мне, моя Лиззи. Сюда. Куда? В зону. Это ж она была в зоне яйца поставить. Ну, точнее, она раньше их поставила. Просто в зону пыталась заманить, типа, на яйца. Она думала, что это ей поможет. Какая наивная Лиззи. Я помню, поставил 3 пучка с фул яйцами. 3 пучка, чтобы вы понимали, да? И мне это чуть-чуть помогло. Ну, как бы не чуть-чуть, я там затащил более высокоуровневого противника, но мне все равно было очень сложно. Очень сложно. Давайте залутаем сейчас сразу сундук. Серебряный. Да, блин, ну. Игра сама нажимает кнопки, которые ей хочется, понимаете? Вот насколько душно это все. Ну, дай мне смайлик, ну. Не хочет давать. Не хочет давать смайлик. Кстати, на зебру до торны гранат следующего уровня осталась всего лишь одна штучка. Может, она не выпадет. Ну, мы отправимся в следующий бой. Надо бы долутать немножко рейтинга еще побольше. Что в идеале, конечно, на этой неделе все-таки выбить себе 21 числа. Последний день все-таки будет, я думаю. И в идеале было бы выбить себе смайлик. Так, закидываем. Так, добиваем. Вот так вот массим по ним, красивенько. Массированный урон, он хорош. Добиваем панду. Нельзя отпускать их, потому что у них как бы аптечка. Хамелеш тоже красавчик понимает это, не дает их, не дает им убежать. Я попытаюсь отжать у бака аптечку. А нет, хамелеон уже залутал. Какой ты ж... А он еще есть с кофе на хамелеоне. Ох уж любитель кофе. Но он хотя бы его реализовать смог. Некоторые, знаете, берут и ничего не делают. Ну типа, зачем? Есть же, ну, кофе же не для этого, да, он нужен для того, чтобы бегать. И сидят там, знаете, на краю, ничего не делают, пока их команда умирает. Они с кофем себе бегают. А в реальности, ну, персонаж с кофем, он должен быть впереди всех, лутать все, что возможно залутать вначале, да, чтобы получить преимущество над противником. Догонять всех, менять их, как говорится, путь, да, останавливать. Ну, в общем, да, максимум делать из того, что он может делать. Любитель инструментов, а? Очередной. Надо бы до кустов добраться, если я хочу хоть как-то реализовать себя. А то, конечно, то, что у меня есть, это много не даст. Я, кстати, случайно 2 раза покилился. Это проблема. Большая проблема. Ну и жирафа, я думаю, шот. Мне тут хватит урона. 2 аптечки сразу залутаем и пойдем дальше доминировать. Надо львом, и тут еще остался еще один жирафчик. Ну, мы его, скорее всего, догоним. Я так думаю. Да, догнали. Красавчики. Ну, Никс меня даст. Ничего себе. Я, конечно, понимаю, это уже никак не роляло. Возможно, поэтому он решил отдать, но... Все равно приятно. Побахнуть хотя бы легендарной гранаткой раз в жизни, да? Смотрите, какая, а. И самое крутое, это то, что скорость разлетания у ближних гранат, это самое вот лучшее, что есть. То есть, вы знаете, у нас есть в игре скорость, так сказать, полета гранаты. И вот, чем выше эта скорость, тем выше у тройной гранаты разлетаются боковые. А это значит что? Что противник не успевает сманеврировать, и вы его наносите, ну, в реальности дабл урон. Ну, конечно, не, он там не прямой дабл урон, там 30%, но... Можно это назвать дабл урон. Я его так называю, поэтому, в принципе, чтобы не говорить там 70% больше урона, в общем, говорим типа дабл урон от гранатки.
Причем по очень большой области. Вот давайте, к примеру, закину сюда и посмотрим, насколько оно разлетится по области. Ну, то есть круг становится, по сути, ну, на процентов 50 больше. 30-40 где-то так. То есть круто. Круто в любом случае. Поэтому для персонажей любых, у которых есть гранатка, особенно для тех, кто ее кидают, да, не те, что катят, для них прям гранатка это топ. Давайте бочку сломаем, мне кажется, противника мы еще не нашли. Хотя нет, ребятки уже нашли. Ну да ладно, победка готова. Вот такой вот модный брюсик. Ну а мы отправляемся в следующий бой, нужно еще одну победку золотать ради брюсика, ради палача. Блин, а представьте, если бы я в замес ворвался с легендарной гранатой. Что там было, а? Была бы красота. Но, к сожалению, легендарная граната была не у меня в тот момент. А было бы классно. Ну опять же, вот эти подкрутки от уровней, они очень много минусуют возможности у персонажа. Если бы их не было, я бы сейчас мог такое себе позволять на 16 брюсе, потому что они бы просто меня не пробивали. А так, вы видите, у меня 4 полосочки. Моя команда, которая не захотела, ну хотя бы из меня достался бонусик небольшой. Змея еще недовольна, слушайте. Смотрите, недовольная. Ей повезло, что она успела залатать золотой дробовик, а она еще недовольна. Постояла бы там снизу, не получила бы ни золотое копье, ни золотой дробовик, ни две аптечки. А зачем, да? Ай, такое ощущение, что вот игроки первый раз видят музей и не идут в него. Обидно. Мог бы побольше продамажить скипи. Но скипи, да, словить сложно. Хорошо, что прекрасный лев не догадался стан кинуть. Я сейчас умру, да? Нет, я успел отхилиться. А сейчас уже даже зубы вампиры. Ну блин, эти бесконечные станы у них. Сначала краб, потом эрл. Да блин, зубов не хватило. Жды дефибрилляторы. Ну помогите хоть кто-нибудь, ну. Ресните, я вам затащу, у меня две... Ладно, одна птичка. Какие же они бесполезные. Вот понимаете, я танчил фул... Вот... Меня лев бил, меня бил баг, меня бил краб. Моя команда. Моя команда. Моя команда. Да, я не хилился, потому что всего лишь одна аптечка была, и по идее я мог бы вытащить. Но моя команда. Команда. Ну вот, ну кнопки же, они же... Они же так близко. Особенно, когда тебя только одного контролят, как бы... Почти, ну ладно, двое меня точно контролили, там, из четырех, из троих, которые были в замесе. Моя команда, которая 4 человека были рядом, такие. Ну, мы постоим, посмотрим. А ты давай это, умирай. Ну, мне кажется, было все так. Если бы они не стояли, не смотрели, умер бы противник. А так, по сути, я один дамажил, как по мне, и как бы вот к чему это привело. Хотя я стоял почти половину времени в этих станах. То лев, то краб, то опять краб. Ну, короче, вы сами все видели. Такой вот брюсик, ребятки, такие вот команды, такие вот... бои. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, не болейте, не скучайте, всем пока-пока.